чё, дружище, ты готов? Ты готов к страшным историям? Просто у меня экран потух. Я на телефон нажал. А, уже хорошо начинается. Ой, так, ну у меня ничего не работает. Чё? Здесь МДР. Я только страшные звуки какие-то слышу, и всё. Так, написать в консоли. Блин. Так, тут, может, мне тебя надо выпустить, тут лампад есть. Лампад? Вот он заполняется, скажи, код скажи. Какой код? Я не знаю, у тебя это должно быть написано. У меня тут какая-то консольная команда. Все, я трубку. Вот, это так работает, а? Ясно, ясно. Оу, я тебя вижу, да. Офигеть просто. А, вот этот телефон. О, вот это что, Payday? Серьезно? Патроны не хочешь взять, там оружие, не знаю. Да я не знаю, я сейчас тут с ножом на привидение пойду. Ты что? Ладно, возьму оружие все-таки. Не знаю. Ух, 3 секунды. Две. Ой, сейчас что-то ужасное будет. У нас все забрали. Серьезно? Как мы? Воу. Ладно. Это в моей клетке. Did I get here? Как это тут это все? Очень страшно. Так, ищи код. Тут где-то даже. О, код! Вот есть. Да, да. C0B4A1D8. Что-то типа по алфавиту как-то надо расставить или как оно? 1408. Ну иди, води. О, что, вода поднимается? Че? Как его писать? Че, не работает? А как писать? Да. На Е, нет? What the fuck? Че за... 1408. А! Я боюсь! Вот это... Вода как не вода. Может, как-то по-другому надо водить, я не знаю, наоборот? Что ты мне рассказываешь, бля? Там буквы стоят рядом. Хз. A, B, C, D. Ладно. Че вверх вообще? Но оно не нажимается вверх, вообще. Вниз. Там типа под водой. А1, Б4, ABCD, 1408. Тут какой-то поддон. А, может, ладно. Попробуй наоборот. 8-0-4-1. Так это я уже не успею. Уже все. Все, сдох. Подожди. Оно не нажимается даже. А, мы же должны дверь сначала попробовать. Дверь попробовал открыть? Не, ничего не пробовал. Я думал, что она сама откроется. А чё бы нет? GG? Давай ещё раз. В этот раз у нас получится. Главное быстро думать. Ну что? Ну она не нажимается, ну чё? Ну... Пробуешь открывать, но я... Отойди. Я не знаю, это какая-то хрень. Я сейчас попробую в чате ввести, а вдруг оно так работает. Да ну, не может быть. Как писал? Блин. Ну, мне кажется, GG сейчас опять будет. Потому что я вообще не шарю. Вообще ни разу. Возможно, оно не работает, нас тут троллирует. Что происходит? Я дебил. Чё? Все, в этот раз мы точно все сделаем. Я его там поставил. Я забыл, что там лежал. В этот раз у нас тоже получится. Ну, постараемся. Я забыл про него, сори. Так, я еще раз буду пробовать вводить в чате. Что делаем? Че он туда-сюда крутит? Не, до сих пор не нажимается. Че там? Зажимаю, но его туда-сюда крутит. Уже крутить надо? Это так со стороны выглядит интересно. Так, 1, 4, 0. Давай, смотри, давай вдвоем. Давай. Смотри, вроде крутится. О, не двигайся, не двигайся. Это было... Кто меня пихает? Бля. Давай еще раз. Смотри, она круто. Короче, она рассчитана на двоих. Хватит.
Nice. Фух. Ну, ладно. Уже хотя бы мы знаем, что оно все работает. Что, в чате висит или как? Нет? Что там? О, смотри, нажимается. 1408, да? Да, да, да. Да, смотри. Вау, ничего себе. Кто ты такой? Ты какой-то мудачело. Скайбокс? Круто, да? Ты куда делся? Бесшовный скайбокс. Воу, 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 воу. Ничего себе, вот это нас кидает, смотри. Ну куда? Я еще в эту сторону. Блин, что тут вообще происходит? Воу. Какой-то наркоман эту карту делал. Это ты окна разбиваешь? Китаец своим опиумом обкурился, я не знаю. Ну, пистолет, что-нибудь. Че, вниз? Двери за собой закрывать надо. Я же лифтеры. Так, тут сейчас скример будет, да? Да? Как же? А ты видел? Нет, только ты. Блин. Ух ты. В следующий раз ты пойдешь первым. Че ты левитаешь? Я? Это левитация. О, тут смотри, хайповые шмотки. О, телефон. Ты видел? Да? Офигеть, Илюха зашел в Counter-Strike. Это... Я просто даже в чате напишу, что я думаю об этом. What the fuck? Илюха зашел в игру. Ты... Вот это настоящий хоррор-мод. Блин. Я не знаю, что делать. Продолжать дальше играть? Или... Че не могу прийти? Блин, это конечно. Я не знаю, я уже все, я уже не настроен играть на этой карте. Мне уже тут вообще ничего не страшно. О, какие звучки. Я буду задом идти. Да, давай, короче, лови все скримеры, я буду просто за тобой сзади. Сейчас тут где-то скример. Три, два, скример. Прям как Outlast, ты видишь это? Да. Ничего, выглядит нормально. Куда дальше? Ого. Ничего себе, ты разрушитель. Моё, о, собачки. Моё. Собачки. Собачки. А. Ничего себе. У тебя я есть лангтерн. Фонарик. На фонарик есть. Я блин. Ты не можешь его думал, подобрать? Да вот в том и дело, что не могу. Только ты можешь подобрать. Кто вентиляцию первым пойдет? Давай сюда проверим сначала. Ну хызы. Ну, 6-6-6. Кто-то там кричит. Пошли отсюда. Там что-то ужасное происходит, наверное. Подожди, что там? Что там лежит? Тут лежит крутая 3D модель. Что ты задал меня? Ай, забей, мне показалось. Забей, просто забей. С чего? Ну, куда она? Вверх. А вот что за водичка тут? Не вообще. На секунду там появилась вода, да. Внимание, звуки, какие-то крысы. Я тоже видел. Сейчас выучим китайский с тобой заодно. Полезные карты, я тебе скажу. Тут нож, я себе его... Ого! Ого! Меня Фунтик пригласил в лобби! Выходим. Все, ну в жопу эту игру. Я выхожу, да. Все, всем я огромное спасибо играть. За просмотр. Это... Ну нафиг, Илюха пригласил сам в лобби, это просто пипец. Все, до свидания. Ого, вы досмотрели до конца. Ну это значит, что вам нужно оставить комментарий под видео. Пишите все, что угодно, чтобы увидеть это в следующем видео. Это прям как в старых журналах, когда можно было задать какой-то вопрос, либо же... Просто написать какой-то прикольчик и увидеть его в следующем выпуске своего любимого журнала. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. До встречи. До следующего видео.